Мужчины, всем привет! Сегодня охота на перепелку. Братцы, новое поле. Я только-только подъехал. С Норой мы сегодня вдвоем. Больше никого со мной не будет. Так, ну вот это поле, хлопцы. Вот оно. Я так с машины покажу. Оно маленькое тоже, вон донизу до дерева. Вот, и туда метров, может, по ширине, может быть, метров 300. И вниз метров 100-150. Вот. Вот уже. Нора ждет уже. Сейчас, короче, десантируемся и погнали. Вот это поле вдвоем. Мы его тут, если все нормально, ну час максимум, полтора мы его все обтопчем. Что будет, покажу обязательно. Не переключаемся, смотрим дальше. Ну что, братцы, прошли мы по полю с Норкой. Ну, результат, я бы даже сказал, неплохой. Вот, вот результат. Вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть перепелочек, братцы. Вот они. То есть перепелка еще есть. Я рано запаниковал. Друзья, не показал охоту. Не обессудьте. Забыл ремешок на голову. Некуда камеру было прицепить. То есть интересная была охота, очень интересная. Были промахи. Куда без них. В общем, перепелки, как ни странно, было нормально на поле. В одном месте она кучей прям сидела. То есть она уже в куче сбивается, но она еще здесь. Сейчас немножко пошло тепло, холода немножко спали ночью. Я думаю, она еще побудет. Сегодня охота на перепелку, и завтра тоже, наверное, выйдем с утра, тоже походим по этому же полю. Потому как она здесь, она понятно, что хоть и скошены поля везде, ну видно хорошо, да? Что все вот здесь скошено. Ну, очень грязная была подсолнух. Очень грязный был. И много травы в подсолнухе. Вот, братцы. Ну, то есть, она тут и прячется. Тут у нее есть где спрятаться. На том поле, где был раньше, там все вокруг выкосили. Ей там прятаться негде. То есть, на вот таком точно куске ее нету там. Вот, то здесь вот травка, здесь тоже вот поле стерня. Пока не пахано еще. И вон внизу камыши есть. Камыш, там речушка бежит. И здесь вот трава. Вот она тут и прячется. То есть на поле она выходит пастись сюда. Ну и тут ее можно брать. Да, сейчас немножко расшугал ее. Разбежалась. Ну, я думаю, к завтрашнему утру она опять тут будет. То есть приедем завтра. Ну, не совсем рано. Приедем, потопчем еще это поле с Норой. Возьму завтра обязательно ремешок. И покажу вам, а то, блин, ну сегодня так получилось. Так что, браты, не обессудьте. Ну вот такая вот охота была, нечего показать. Но куда я прицеплю эту камеру, черт ее знает, без ремешка уже все. Вот он трофеи, вот они. Перепелочка уже такая, жирненькая уже, хорошая. Вот, охота, я считаю, хорошая, удачная. Нормы нет, ну и не надо. 6 штучек, это тоже хороший результат. На этом все, друзья. Всем удачи, всем пока. До следующих роликов. Завтра опять охота на перепелку. Всем пока.